Друзья, всем привет! Приехала на рынок, хочу купить рыбу, а то наши мужчины сидят и скучают. Сейчас я их озадачу. На-на-на, 5-3. Мурик, что ты решил? По розыгрышу? По розыгрышу, да. Вообще все четко, вчера с Кариной тоже разговаривал. Кстати, друзья, всем привет! Привет, привет. Как раз обсуждаем, как будет проходить розыгрыш. Чиха, приглашаем победителя к нам, ну, то есть семью. Полностью все расходы берем на себя, от выезда из дома до заезда назад домой. Ни за что люди не платят. Все условия в процессе видео я сейчас расскажу. Девочки тоже сейчас должны приехать. На рынке, кстати, звонили, сказали, с каким-то сюрпризом едут. Не знаю, что за сюрприз. Ну, сейчас посмотрим. А что касается условий, чтобы приехать к нам в гости, хорошенько отдохнуть в горах, на природе, в этой беседке, никто ничего платить не будет. Просто надо будет выполнить легкое условие. И я думаю, мы выберем победителя, да? Сейчас девочки приедут, этот, в процессе видео все расскажем. Не переключайтесь. Так, кто ходит? Ты. Так, 4-3. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Можно мне судака? Давайте, сколько вам? Все. О, какие вы хорошие. И не покупки. Чистите. Не надо чистить, да? Нет. Прекрасно. Чтобы наши мужчины не скучали. А? Правильно, им тоже надо работать. Спасибо. Сейчас я сделаю двойной пакет, чтобы вы спокойно несли его. Хорошо. Я у вас оставлю. А на обратном пути заберу. Хорошо, как скажете. Вес 7 килограмм, 100 грамм. Пойдет. 2125. А перевести можно? Конечно, можно. Спасибо вам. До свидания. Возьмем дрова. О, арбузы. Интересно, вкусные. Возьму, попробую. А наши все играют, да? Да, вот кому на Руси жить хорошо. Угу. О, девочки, что там за сюрприз у вас? Сюрприз! А. Рыбка! Хорошо, сейчас пожарим.
Эльза, давай я тебе помогу сейчас быстро вот этой теркой. Давай. Давай. Ты мне деревянную досочку возьми там, пожалуйста. Сейчас Ну что, дорогие друзья, рыбу почистили, все лишнее удалили, жабры удалять не стали, потому что головы тоже отдадим котам. Кто-то скажет, надо было сварить уху, у нас этих голов в холодильнике, поэтому просто некуда класть. Кстати, сегодня готовим судака в кляре. Просто удивительно вкусное блюдо. Что, девчонки, катаетесь? Катаемся. Катаемся, да. Отдыхаем. Может, вам чайку заварить? Давай. С удовольствием. Да? Сейчас Чихе скажу, он у нас чайных делов мастер. Чиха, чаек готовишь? Обязательно. Девочкам надо чай. Ну что, дорогие друзья, пока Чиха заваривает чай, девочки качаются на качели. Сейчас замаринуем рыбу. Соль. Красный перец. Также приправа для рыбы. Черный молотый перец. Конечно же, сумах. Это какая аппетитная приправа. Грамм 50 растительного масла. И тщательно размешаем все приправы. Распределим по всей рыбе. Мешать рыбу надо аккуратно, чтобы не вколоть себе косточку. Все, идем пить чаек. Чиха, что за чай такой интересный? Улун дынный. Чаечек, пока рыба маринуется. Ну, спасибо, Чиха. Какой аромат. Спасибо, Чиха. На здоровье. Корешка, как торт? Вкусный. А чай? Чай еще вкуснее. Дыней пахнет. Сейчас торта натрескаемся все. Никто рыбу не захочет кушать. А, Кер,
мы с Кариной будем. Да. Рыбу любишь, да, Такеря? Мне нравится рыба. А мясо? Что предпочитаешь, рыбу или мясо? Рыбу. А рыбу или раков? Рыбу. А рыбу или Range Rover? Так, ну что, подкрепились? Жарим? Печка готова, Борис. Все, рыба – это рыба. Арбуз попробуй еще. Арбуз попозже. Так, кукурузная мука у нас. Также соли добавлю немного в кукурузную муку. И вот так, друзья, панируем нашу рыбку. Яйцо, кукурузная мука. Да, конечно, можно было в пакет ее насыпать, хорошо вымочить, выболтать. Но мы делаем по старинке. Чиха, масло нагревается? Нагревается, Морик, нагревается. Отлично. Сейчас будем жарить и ужинать. Так, масло разогрелось. Чиха, давай. Все, несу. Ага. Самое время жарить рыбку, друзья. Так. Вот так. Обжариваем где-то по пару минут, 2-3 минуты на сильном жаре. Для рыбы в кляре этого достаточно, она внутри сама дойдет. Первая партия готова, давай, Чиха. Подержишь? Оп. Оп. Аккуратнее. Аккуратно, да. По-моему, у нас маленькая тарелочка, Чих. Разберемся. Поддали огоньку. Сейчас, кстати, рыбу дожарим, как раз в
все расскажу, какие условия, что как, чтобы провести нормальный розыгрыш и вручить, как говорится, приз, поездку. Ну да. Давай, Чиха. Руки аккуратно. Вот так. Поддадим жара, может? Давай поддадим. Да я бы поддал что-то. Другого жара? Да, пусть масло немного еще нагреется. Все, а пока посмотрите, как выглядит наша рыбка. Пока нагревается масло. Вот такая великолепная, посмотрите, цвет, аромат какой стоит. Вы даже не представляете. Так, масло чуть нагрелось. А так... Я думаю, всю эту партию уже давай, отправим. Давай, всю. А то уже кушать хочется. Отлично. Не уроним, Чиха. Постараемся. Хотя тут осталось. Вот так. Вот так. Этот кусочек. Вот так. Все. Отлично. Ну что, пойдемте ужинать. Пошли. Пойдем. Я готов. Какой тебе кусочек? Любой. Давай сразу два. Один лимон. Обязательно. Эльзочка. Держи. Спасибо. Лимончик. Угу. Пожалуйста, корешка. Так, лимончик. Угу. Благодарю. На здоровье. Ну и себе там пару кусочков. О, какая она аппетитная. Нос чешется. Ну, приятного аппетита. Да, да. Сейчас начнут писать. Лимон испортил весь вкус рыбы. Ну, любим мы ее с лимоном. Кстати, кто рыбу любит с лимоном? Напишите-ка прямо. А кто не любит, тоже напишите. Посмотрим, кого больше. Вкусная. Очень вкусная. Огурчик, Карин? Вкусная, да? Угу. Хорошую рыбу, да, я сегодня выбрала, купила. Молодец, Карин. Припахала ты сегодня нас всех, Карин. Ну, зато итог вкусный. Молодец. Оно того стоило, да? Угу. Сюрприз нормальный. Угу.
Блин, если честно, я настолько проголодался, что даже разговаривать не могу. И не надо кушать. Да? Ну что, по традиции? Ну что, дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья. Каждому из вас желаю выиграть $1 000 000 и к нам поездку. Либо наоборот, к нам поездку, а потом $1 000 000. Будьте крепки, будьте здоровы. Самое главное, не болейте. Правильно, Георгичиха? Очень даже правильно. Поддерживаете? Конечно, поддерживаю. За вас, дорогие друзья. И мирного неба над головой. Это самое главное. Ну что, мои хорошие, на этой красивой ноте, конечно же, мы с вами не прощаемся. Мы продолжим наш вечер, будем ужинать. Вам желаю всего самого наилучшего. Будьте крепки, будьте здоровы. До скорых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока. Не забывайте, пока-пока. Ссылочка прямо под этим видео. Залетайте прямо сейчас. Там, кстати, посмотрим, может, пару семей пригласим, да? Да, можно как получится. Рассмотреть.